Добрый день, меня зовут Владимир, я совладелец магазина одежды «Приходько» в Ярославле. Хотел бы рассказать о пользе UDS для предпринимателей. В чем лично мне это помогло? То есть UDS помог мне избавиться от прямой скидки. То есть если раньше клиент, покупая у меня какую-то вещь за 10 тысяч рублей, он шел и тратил ее в магазин вот напротив, «Магнит». И если бы у него там была 15% скидка, 1500 рублей он бы получал бы и относил бы ее туда. Теперь же у меня есть упорядоченная CRM-система, которая позволяет оставлять эти 1500 рублей у клиента, но в то же время и у меня. То есть он нас завязывает. В чем еще прямая польза, да? И есть другие компании, подсоединенные в том же самом у нас Ярославле. То есть мы с ними делаем кросс-маркетинг, то есть обмениваемся сертификатами для наших и их клиентов. И тем самым мы обмениваемся клиентской базой. Это точно, это бесплатный инструмент, которым дает пользоваться UDS. Что еще? Что еще? Очень, наверное, все-таки полезно, это то, что у нас теперь есть полноценная CRM-система. Мы конкретно видим, то есть какой клиент у нас сколько тратит, сколько нас рекомендует, сколько на этом зарабатывает. Тем самым мы можем клиента еще больше мотивировать делать сарафанное радио, то есть потому что за каждую покупку, сделанную по его рекомендации, клиент получает баллы. Можно настроить любое количество баллов, любое количество процентов кэшбэком или прямой скидки, то есть как вам удобно. Считаю, что на самом деле лично для моего бизнеса это был полезный инструмент и сейчас им является таковым. И считаю, что он вполне стоит тех денег, которые за него просят. То есть мы обычный простой магазин, не с какими-то там гигантскими сетевыми оборотами. То есть и у нас лично он отбился за 2 месяца. Вот, в принципе, и все. Конечно, разбирайтесь, принимайте решения лично для себя, а так нам лично помогло.